Я буквально вчера назад из социальных сетей и увидел эту новость, в принципе, и в очень многих СМИ. Значит, наш бельчанин, молодой человек, 23 года, он прям в ближайшие дни должен вылететь на срочную операцию в Москву. Там идет активный сбор средств. Я видел очень много постов в социальных сетях от бельчан. Просьба к тем экономическим агентам, тем, кто смотрит онлайн наше заседание, как-то поучаствовать, потому что дней там осталось очень мало. Я сам передал сегодня ночью 200 тысяч рублей от себя помощь, но этого недостаточно. Поэтому те экономические агенты, те организации, которые могут как-то включиться в этот процесс, значит, давайте поможем молодому парню, 23 года, потому что ситуация тяжелая.